118 пляжей по установленному стандарту подготовили для летнего отдыха граждан в Подмосковье. По словам министра правительства Московской области по туризму Алексея Шимко, в регионе большое количество мест притяжения. В первую очередь это места отдыха у воды, пляжи, парки, детские лагеря. Также министр отметил, что вместе с Министерством благоустройства был разработан стандарт, в который включены и требования по санитарным зонам, навесам, пляжному и другому оборудованию, которое необходимо для отдыха.